Всем большой привет! На календаре пятница, и она 13-е. Боитесь? А если серьезно, с вами хоть раз случалось нечто мистическое или ужасное в пятницу 13 числа? Ну, долой суеверия. Лучше сделаем акцент на том, что сегодня отмечается День йоги в России. Будем считать, что я сама себя поздравила. Кто не знал, я преподаватель йоги. Но куда интереснее то, что сегодня Международный день шоколада. Думаю, в прошлом, а именно о нем мы и говорим, сладости любили не меньше нашего. Например, в Куйтуне. На Куйтунском пищекомбинате началась отделка нового цеха, который будет выпускать карамельные шоколадные конфеты. Запуск нового производства сделает комбинат в Куйтуне одним из самых крупных в области. Годовой объем реализации продукции на тот момент составлял 3 миллиона рублей. Вот где живут сладкоежки, значит. А вот братские дела обстоят иначе. Да что там сладости? Нормальной бы едой хотя бы кормили. Даже сильно проголодавшиеся неприхотливые люди останутся голодными. В одной из столовых братска кормят просто ужасно. Заказали блюдо, а вместе с ними сметану, с которой что-то не так. Мало того, что сметана кислая, как они сами сказали, аж глаза на лоб залезли, так еще процент жирности недостоверный. Взяли они пробу, увезли в лабораторию, и только вслушайтесь, вместо обещанных 30% сметана имела всего 22% жирности. Как утверждают сами голодные, они потратили 12 часов на весь этот разбор полетов. Даже не могу представить такие разбирательства с пробами и лабораториями в наше-то время. Наверняка такие люди дотошные все равно есть. Лучше бы в цирк сходили. Впервые в Иркутске футбол в цирке. Слоны футболисты, воздушные гимнасты, дрессированные голуби и многое другое. Слоны футболисты? Блин, интересно было бы посмотреть. Представляете, какое это событие и зрелище для иркутян того времени? Надеюсь, ваш день будет также наполнен событиями. Можете позволить себе шоколадку, официально разрешаю. Всем хорошего настроения. Пока-пока.